Друзья, я нахожусь у сварочного цеха, где ведутся работы по верхней части 50-метрового объекта. На данный момент мы выполняем сварочные работы по металлоконструкции. Вот так выглядят отдельные детали. Здесь пятки, на которых все это будет устанавливаться. Уже, как видим, погнули профильную трубу. Что касается сварочно-сборочных работ, осталось уже немного. Далее эта конструкция будет погрунтована, будет покрашена. После сборки и покраски данной конструкции мы доставим ее на территорию Кузбасского государственного университета. И там уже это все будет дорабатываться. Будут делаться внутренние модули, лопастная система, аэродинамические щиты, генераторы и так далее. И там уже будет осуществляться при участии университета общая сборка, подготовка, тестирование. А в этом цеху у нас исключительно делается металлоконструкция местными подрядчиками. Работа ведется своевременно, достаточно успешно, без никаких приключений, так сказать. Все полностью понятно. Проект мы заранее подготовили, спроектировали, подготовили чертежи. Ребята заказали металл и начали свою работу. Завершена установка металлоконструкции нашего опытного образца. Подготовлена такая платформа с бетонным основанием. Вот, собственно, сама металлоконструкция, которая получилась у нас примерно 9 метров высотой. Все установлено, закреплено. Теперь будем заниматься проектированием и наполнением всех узлов, внутренности, лопастной системы, аэродинамических щитов, генераторов. Обязательно подписывайтесь и ждите следующего выпуска. Всем пока!